качество. Зато я никогда не делал. Не знаю, что такое стать. Там несложно, там какие-то эти цепочки или что там, и там мобы, короче, им сдаешь просто перстни или что там, какие-то перчатки, вот это все параша. У меня осталось 5 перчаток, я могу тебе дать, а то я по 60 голды покупала, короче. Знак Саргираса и перстень ярости солнца. Ой, дряху, я, кстати, потом зайду, тебе чарку прям наложу, а то я этот... Да, как тебе это будет? Нитки кончились, пипец. А ну-ка, посмотрю. Блин, конечно, печально, что 25-ка не собирается. А что, сегодня много народу пришло? Ну, относительно. Это 20 человек. Ну, хилов нету, хули. У меня просто 200 пройтись. Настя лабу писала. Так вот у меня все, конец года, все, у меня сейчас вот это все под... 20 штук надо писать, ё-моё. У меня 4 предмета, и по каждой нужно писать лабу. Ты понимаешь, у меня скринкаст презы, отчет в виде файла, саму презентацию лепить и ради 3 баллов, понимаешь? Я тут сижу, видео форматирую, как бы, чтобы мое лицо там было видно и так далее. Гарри, взбафни лапу, ой, эту каску, пожалуйста. Так, должно это, наверное, агро поднять, да? Это смешной. Ну, вот щит праведности неплохая будет. Ну что, вы там скрафтились? Блин, мне ж берсо, истерию тебе никто не кинет. Я еще без мили хосты. Зачем мне кулак? Каску. У нас есть вар. Спасибо. Ауру вообще, блин, даже каска не пролетела. Дряхлый кинь этот свой на ауру. Гимн на ХП. Я кричу просто. Гимн на ХП ебани, блядь, просто. Босс летит из чего. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово.
Я на второй фазе хилю, я не могу дамажить. Хотя, надо научиться. Блин. Ну, не поверите, не хватило этой самой раги. Ну понятно, когда ротацию был. Нужно еще за шамана попробовать казбить. Ну да, я тут не одна могу. Круто. Там просто дается доля секунды, как бы. Еще один экспонат для моей коллекции. Это все из-за того, что я фласку не выпил. Сейчас будет заебись. Тебя анбафом 4000 хп. 14. Гард так смешно выглядит в этом платье. Какой каст там, что сбивать поподробнее, пожалуйста, я этого никогда не... Дыхание чар, единственный каст. Тебе, у тебя две... тебе да, хилить надо. Одна на понимание, одна на сбитие. Там два элема есть. Собью. Ты хил. Ты хил. А, блядь, Бармалюга же тоже хил, нихуя себе. Он сбил первый каст, я второй каст сбил, а третьего у меня раги не хватило. Так получилось, что он раньше меня прожал сбитие каста на первый раз. Я понял, Бармалюга, ты опять страдаешь. Этот Тагариус ты тут? Угу. Тагар как в пеленках, я бы сказала. В балахоне просто, блин. Этот бляхнутый тоже может сбивать каст. Да я знаю, вот я вот на подстраховочке, если что. По зубам тут дают дракону, блин. А знаете откуда? Где его можно? Хвост точнее. У меня просто порой раги не хватает, так что ты не просто подстраховка, ты тоже жми. Там ну я нажимаю. Поближе.
ты шоутл тип, короче, пробел прожал лишний. Перечел тут. Я понял. Я поправил, но что-то забыл убрать. Да, мне не хватило. Я проспал все равно. Дряхлый, я на тебя буду напуливать, чтобы такое с больше было. Хорошо? Угу. Куда летать будем? Да где этот диск ебучий, что-то я его не вижу. А, вижу. Не прячься. А, подскажите ДД тактику на драконах. 1-1-1-2. Только это подскажите, пожалуйста, я не помню, когда там чего летать надо. Квадрат видим. Квадрат видим. Да, я же прожил, ладно. Еще не готово.
Где в 25-ке такие люди, блядь? Я научилась, я поняла, что делать. Я тоже примерно. Где грёбаное кольцо? А, грудак с меткостью, это мне на ШП, наверное, да? На разрушение и колоссальные активы. Надо же никому. Должны были быть остановлены, несмотря на последствия. Не надо, пойдемте вниз. Я буду плакать. Го. Хотя у меня там Т7 лежит, блядь. Ладно, пока меткости все равно нет. Пал один из сильнейших этого мира. Красные драконы. Ну а шея нужна кому-то? Тоже нет, наверное, да? Возвращайтесь домой к своим людям и отдохните. Будущее несет вам новые испытания, и вы должны быть готовы к ним. Жизнь продолжается. Это у меня все остановилось. Я слышу. Да что за хуйня, ну? А, нельзя типа отсюда лететь, чушь, блядь. Сука. Так, так что не прикольно. Надо открыть полет, ебать. А ВС, по-моему, у этого у Вара, да? КД? Да, да. Ну, типа, может где там кого-нибудь другого взять. Приду, блин. Ну, заходи на твинкратор, да? Че? Твинк у тебя есть? У меня, я говорю, у меня твинк не вкачан еще. А вон же ВАС онлайн. О, ВАС. Короче, видите, ВАЗа, я это, да. Так, а у меня синий грудак, конечно, мне с меткостью надо. Сука, зато хосты будут вообще. Так, ну-ка смотрим, сколько меткости. Бля, 247, почти кап. Прям вообще неплохо. Вара на вара. Ну так и бывает. Вот, поставь этот другой лут, сам за себя вол. Спасибо большое. Я могу на ДК зайти, но нужен ДК. Выбить все ходит. Да не, ничего, мне в принципе ни тому ничего не надо. Ну, так-то там Тагариус один может затанчить и дракона, и босса. Жирный. Я вон собрание танчил в одного ДК. ХМ, блять.
В смысле, с кем промолюга? С рейдом? КРТ, а мы разве не закрывали ОКО? Нет, мы его не закрываем, не знаю, полгода, наверное. Потому что люди там, блядь, падают пиздец пачками. Туда нужны нормальные хилы. А у нас из нормальных хилов только Бурмалюга с Настей. Остальные, я не знаю, там, кто играет, кто не играет. Это же надо качать людей, ждать, пока оденутся. Депейсеры тоже должны быть нормальные. А плюс еще на драконах, если люди не знают нихуя, это им нужно еще вайпаться там 2 часа. Но никто не хочет 2 часа в око сидеть, все хотят прийти туда и за 15 минут убить. А, ну, я так понимаю, что все более или менее нормально, да, а 210, да, надо? Да не знаю, не 210 дело, а дело в том, в руках, какие вещи одеваешь. Если ты одеваешь какое-нибудь говно, там, допустим, у меня меткости нету, я промахиваюсь. А нужно, чтобы были капы, было фулчарки, сокеты, там, блядь. Все зачарено, все заебись, чтобы было. Да, блин, да. Чтобы играл, конечно, заебись. А то, знаешь, там, говоришь БР кому-нибудь дать, он, блядь, пока труп найдет, блядь, пока... кнопкой мыши левой тыкнет по скиллу, блять, пройдет 2 минуты, блять, и рейд вайпнется 3 раза уже. Да. Я вот как сегодня в Ульдзе, да, вот не до конца, конечно, понимаю, нахера Азраил был посох с критом. Он с хостой, по-моему, Там хосты не было. Хоста же там. Хоста, ну-ка сейчас. По-моему, хоста там была, сейчас я посмотрю. А я смотрел, это с этого, с Хадира. Хадир. А, там да, хоста. Он с хостой, ну, да. Конечно. 93 550 СПД. 2, да, 9. Вот это. Я его нердру хотел. Но у меня нердру там что-то оффен. И... не знаю, мне сейчас Fire Mago спекаться, мне бы вот второй кусок Т8 и этот посох, и был бы просто вот... изи 9 даже с половиной к ДПС. Просто изи. Просто я. Мы когда с Ежом когда-то разговаривали про эту херню. Вот, он говорит, что ШП просто хер не носит. Я почему удивился, что Азраил он нужен. Теряешь СПД, что критично для ШП. Плюс статы другие. Чисто из-за маны, ну, такое себе. Ну, да ладно. Бармалей, сколько у тебя этот? Кто тебе был? Я сымал, да. СПД это. А потом это скину Ланда тебе на этот. Окей, окей. Ну прям после босса, а то у меня на почте много этих херни всякой. Настя, кстати. Я сегодня положила тебе 20 из вечной жизни в банк. Короче, хотела этот, смотри, сделать, как называется? Как они называются? Карты аристократа. И продать их, короче. Там по 2000 можно продать, в принципе. А для чего эти карты? Тринки делать топовые. Которые по 20 тысяч, 30 продают. Ну, вот эти вот, величие, да? Сила, ну типа, да. Чё они лежат там, просто так, для красоты? Так ты, короче, можешь жизнь забирать, я положила для тебя там 20 штук. Спасибо. Я ещё этот, саму не нафармила. Сейчас он рефлексик будет. А, не, не понял.
А мы на плюс 2 идем. Вас, вас! Чё такое? Рома, ты Фурик? Ты Арус? Ты подлина! А кто мне теперь 5 крытам будет давать? Нормально. Там Лоя в другом диссе сидит один. Жалко его. Что он сидит? Сюда хай приходит. У нас тут музычка, весело. Ну как весело? Не совсем весело. Так. Вот это мы отжигаем, конечно. Отжигаем. Все дружно пойдут яйца мыть, да? Ой, я тебя плохо слышу. Что ты говоришь? Завтра все дружно яйцами пойдут биться. Что-то все дружно. Да, скажу. Не услышала. Яйцами биться пойдут, говорю. А, да. А, там Пасха. Я типа такое не праздную. Мусульман. На работе есть такие жесткие, вот, ну, православный уже пост, да, там держать надо сколько-то дней. А у них вообще там они в определенное время только хавать могут. Типа Аллах там видит, не видит. Ты, короче, так вот месяц ты должен есть, короче, один раз в день. Там 6, там до 8. Вот так вот время больше. Это же вообще бебез. На работе киргизов дохера. О, мне футбол. Да, дайте рыбу. Да вот в квадрате еще. Я не вижу, я слепая.
Ты тапками своими копытами на рыбу наступила. Они красивые. Мои копытца. Ой, сидит он в платьюшке, в пеленках. Что там говорит? Натура. Реально, будто бы в пеленках обмотали его. Сидит такой. Не, ну посмотрите, прям обтягивающее. Каску обнови, каску обнови, каску обнови. Каску обнови, каску обнови. Так, а тут надо залетать, да, тоже в этот портал, не? Не, не надо, не надо, не надо. Скажу, короче, если надо будет. Короче, импровизируем, танчим как хотим, хилим как хотим. Бьем кого хотим, блядь. Ебой. Настя хили говорит. Пойдемте уже, я не могу. Кто-то там фейерверк пускает, а я уже пулить хочу. Два промаха, ГЦ, блядь. Я на... Господи, не бейте. Помрем все. Лава. Ой. Он говорит, не злодейство, а этот дышит меня. Короче, пойду посмотрю что-нибудь. Хилы, подойдите под босса, потому что наклонец. Лава, под бочок босса. Рома, а ты качнул персонажа? Ой, бля, посмотри. Вас побей. Мелких нам некоторые. Вам надо это, в портал будет зайти. Всем? А. Все, дроны сначала добить, потом портал. Через 10 секунд будет лава. Аккуратнее, когда выйдете.
Ни хрена себе кольцо. Кольцо, кольцо на меня, кольцо. Кольцо! Ну да, перчатка. А, что это? Что, этому не надо вазу, кольцо? Ваз твинг. Третий у него твинг. Так у тебя тоже твинг. Пацан, реально я ему играю как вторым. Перчи. Шаман, вар. Матан, там, нахила. Да, ну, есть. На Энха. Есть. Кто может мне сейчас быстро сказать, с какого арена... Ну, с какого левела арена в Злодраке? Не скажу.